наблюдайте, подсоединяю землю к нижнему концу, такой своеобразный индуктор сделал, 5 метров, подсоединяю землю, ток падает, вот там, чуть видно будет. Дальше, без земли нет такого эффекта, а вот землей. А просто лампочку держу. Окей. И вот к этому толстому проводу, он же не тонкий, он как бы должен понижающий быть, откуда у него тут высокое напряжение. К этому тоже. Его пальцем дотронулся, палец взяли. К отвертке тоже держу. Так своим разные пальцы получился. А если палец вот удержу, тогда сильнее бьет тогда немножко.